И снова здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. С вами, как всегда, Драйвер51Рус. Сегодня, значит, будет у нас обзорчик на приватный автомобильчик. Версия игры у нас, как всегда, 030316. Можете скачать в группе, в разделе ссылки. Значит, есть пираточка, работает через Steam. Поедем на полигоне. Значит, будем смотреть, сегодня приватный будет в товарах. Автомобиль КамАЗ-54, 112, по-моему, или 114, короче, как-то так. Давайте посмотрим. Автор мода, ребята, доктор Дизель, 54, да, 112, КамАЗик. Значит, ссылочка на автора будет в описании под видео, можете проходить, беседовать по поводу приобретения с автором данного мода, значит, ну, по поводу стоимости также все там узнаете. Значит, добавляем. КамАЗик полноприводной, ребята, текстурки обалденные у нас, как всегда, свои колесики, значит, впереди у нас, как мне объяснили, вот, видите, мост находится, да, то есть все по чесноку, ребят. Анимации руля нет, да, я думаю, она нафиг и не нужна. Салончик приятный, камера еще пока прыгает, ну, блин, даже не знаю. Сейчас испорчу обзор, наверное, да? Ну, давайте, в принципе, камера-то у нас где была, в каком месте. Сейчас. Давайте я вам покажу, как зафиксировать камеру, да? Сделаем так, камера у нас в нужном месте, на пассажирском, но ездит она у нас, ребят, вот так, да? Все видят, все понимают. Да, давайте уже займемся таким макаром, да? Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Давайте, ребята, сейчас нажимаем Alt Enter. Это у нас игра перешла в режимчик, да? Кумпурум. Оконный режимчик, да? Заходим в Spintires у нас. Класс Strax, ребята. Автомобиль Paint'ом открываем. И нам один фиг придется, блин, лезть. Давайте залезем. Ага. Опаньки. Пум-пум-пум-пум. Давайте компьютер, давайте вот таким макаром, рабочий стол. Сейчас что-нибудь тут. Любой мод, ребята. Поставьте программку Paint. Paint, ну ты пад. Paint, сейчас я научу. Вот сюда. Так, тут всякие шляпы. Возьмете, в принципе, любой мод, да? Любой. В котором, конечно, есть такая прописка. Прописка, да? Класса Strax. Вот берем, например, вот у меня есть GA66. И крутите вот эту хрень до строчечки камера. Видите? Берете вот такую хрень. Вот это и есть копировать. Фиксация камеры. Заходим в наш КамАЗ. Тут-ту-ту. Ищем камера, 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 камера. Вот она у нас камера. Просто вот вставляем. Делаем пробельчик. И вот сюда, смотрите, только аккуратно. Также, чтобы пробелы вот эти вот между строками были. Сохраняете. И все, закрываете. Все, нам-то не надо. Поняли, где находится все это дело? Вот, заходите, скачиваете мод, пофиг, он воркшоповский или меш файлами, вот так вот, заходите в папочку с модом класса Strax, ищите название автомобиля, вот оно, открываете нотепадом, нотепад можете скачать, бесплатная программа в интернете есть, наберите, поставьте, и все будет работать у вас. И все, заходите сюда, находите строчечку камера, вот она, и вставляете вот такую хрень сюда и сохраняете вот тут чпок, и все, теперь камера у нас будет на месте. Все это дело закрываю, да, делаем его вот так, смотрите. Сейчас я не знаю, не соскучит у меня видос сейчас.
Alt Enter, парам пам пам и делаем перезагрузить, обновить. Садимся вот на камеру, салон. Все, ребята, камера у нас на месте. Всем понятно, да? Такой небольшой урок от Driver 51 Rus. Как, ребята, фиксируется камера на одном месте. Вот, все. Все у нас есть. Ладно, погнали дальше гнать обзор. КамАЗ, ребята, офигеннейший просто. Текстурочки, все, салончик, все красиво, все приятно. Давайте пробежимся по аддонам. По аддонам, это кто у нас? Ага, ребят, глушитель вот передний, ставится такая банка, вот он впереди. Довольно-таки четкий. Ну-ка, сейчас уберем. Видите, такой ржавый. Ржавый замызганный глушак. Так, там убираем. Так, это у нас что, ребят, такое? Так, это походу запаски. Запасочка, ребята, ставится назад. Нифига, с таким ящиком офигенным, кстати, тоже. Все. 5 баллов. Так, кабина, труба. Ну, это я вам, ребят, скажу. Вот, чтобы турбина сильно не грелась. Тот же самый воздухозаборник, только видите, он потоком еще хапает воздух по пути. Вот в эту трубу на ходу. И все туда. Фильтр там остужает турбинку, чтобы он не офигевал, эта турбинка наша, да? Так, это что у нас такое? Кабина, табличка. Ага, табличка для бензовоза, наверное, ребят, вот такая. Потому что есть тут, ага, вот, можно выпить маячки, кстати, прикольно. А я даже не знаю, поедем мы с маячками. Ну, нахрен тебе пусть стоят. Так, брызговички передние, ребята. Сцепка КамАЗ, спойлер. Сцепка у него своя, ребят, есть. Под свою сцепку у него есть, конечно же, свои прицепы. Например, мы едем с топливом, да? Табличку поставили, бамс, вот такой топливный прицепчик, обалденный, кстати. Надо отъехать, наверное, ну ладно, сейчас посмотрим, будет прицеп-то дальше ставится, нет. Глу, что это такое? А, глушак я вставил. Так, пух, это труба подзорная, значит, да. Так, ну плюс ставится с обычной сцепкой, ребят, вот эти вот прицепы. Дефолтные, то есть как бы можно поставить, мы их ставить не будем, потому что есть свои. Так, трейлер. Надо длиннее станет. Ага, я же говорю. Так, пополнить. Сейчас мы сюда встанем. Куда-нибудь. Звук прикольный, кстати, ребят. Свой я сделал потише, потому что микрофон говно. Звуковая карта говно, как говорится. И поэтому такая хрень. Бабла свободного на все это дело у меня нет. Помощи за донат тоже я большой не вижу, поэтому будем слушать так, как оно есть. Так, значит, вот еще есть такой прицеп охрененный. Топливо не фаз, да? Ух. Все там, ребята, анимация брызговичков, все цвил. Опаньки, все там болтунькается у нас. Так. Такой у нас, ребята, есть прицепчик. Вот такой. Мышками просто долго, ребят, подгружает. Так. Погнали дальше. Вот у нас, ребят, такой. С мешками тут что-то все тут у нас. Пам-парам, всякая хрень. Ну, классно выглядит, конечно. Так, такой. С кирпичом, ребята. О, кирпич. Даже он. Подставши валяются, так, ух, ё, нихера себе. Обалденно. Какие-то хреновины, значит. Секция от какой-то там конструкции. И фас с трубами, ребята. Обалденно тоже. Тоже все, брызговички болтаются на прицепке, тоже прикольно выглядит. Еще у нас, ух ты, ё, японский городок, вот эта тема. Так, что еще? У вас духан еще, ребята, есть. Такой шнурки. Сейчас мы тут его шлепнем. Поставим к кабине. Вот он поставился, видите, да? Оп, вот тут ставится прям фильтр сюда. Люц.
и все. Что-то что, внедорожная резина, но внедорожная, я так понимаю, как дефолтная, да? Мы поедем на своих родных. Шикает так офигенновская. Так, табличку надо снять. Где табличка, кто знает? Та-та-та, табличка. Табличку сняли. Пам-парам. Глушак. Туда-сюда, все, больше нам ничего не надо. Поедем, ребят, вот в таком Макариусе. Зажигалки можно снять. Там лестницы стоят. Лично я люблю мигалки, прикольно с ним ездить. Все, ноги, кстати, ребята, работают. Хоп, хоп, все поднимается, все ставится, опускается. Полный привод, вся фигня. Такой вот КамАЗик. Доктора Дизеля. Ребята, все вопросы Сереге. Ссылочка на Серегу будет. Вот. Также будет в разделе товаров у меня в группе. И все, поехали, наверное, я думаю. Поехали, поехали. Так, нажмем F1. Все, эти все хренюшки убрались. Мы тут камеру уравняли, да, камера, ребят, все-таки смотрите. На месте. Большое спасибо, как говорится, драйверу 51. Просто за то, что поставил, да, показал, как это все это хрень делается. Я говорю, эту строчку можете посмотреть там в некоторых модах, где вот зафиксирована камера, там эта хрень прописана, и можете спокойненько брать и то, что я вам показал, сделать. Ну, не делайте на моде, для начала попробуйте, значит, просто выдерните с мода, как бы, в папочку медиа положите и в папочке медиа попробуйте, а основную папку, с которой будете дергать, это все оставьте. То, что у вас может не получиться там с первого раза, и загубите мод, прежде чем по-новому качать. Поэтому просто распакуйте мод, да, скопируйте его в папку медиа, и уже в папочке медиа, вот как я запустил, например, можете это все попробовать. Не получилось, там, удалите все и поставите по-новому. Просто внимательно посмотрите и все поймете. Программка Notepad, она присутствует, ребят, в свободном доступе. Это все можете прям в Яндексе набрать, все у вас там получится, это я вам гарантирую. Вот. Ну, я думаю, многим пригодится это дело. Вот. И все, едем на КамАЗе. Че, КамАЗ обалденный. Полный привод я врубил, дифференциал не включал. Тащим, тащим, короче, какие-то гаражные части. Еще раз повторюсь, автор мода Доктор Дизель, ребята. Все вопросы к нему. Ссылочка будет прямо напрямую к Сереге под видео на канале. В разделе товаров будет выложено видео на данный автомобиль. Так, включаем дифференциал. Что-то ему будет тяжковато. Ну, все понятно, что грязь. То есть все, ребят, пройдете все вопросы к Сереге по поводу приобретения данного мода. И там сейчас буду много, ребят, выкладывать еще и снимать видео на приватные моды. Многие мододелы сейчас перестают, ребят, делать на общак, потому что всякие говнюки сливают моды. Вот, приватные, платные. Поэтому я думаю, что скоро вообще все моды будут платные. Поэтому, видите, уже многие мододелы просто либо болт забивают, либо начинают делать все это дело на приват. Все эти модики. Ну, а с другой стороны, я думаю, я понимаю, по сути говоря, человек сидит столько времени там, возится и берут просто тупо и сливают. Ну, как говорится, каждому свое, да? Конечно, понятно, что людям обидно. Лично, если бы я тоже делал, то я вот тоже делаю эти доработки, но у меня, видите, они практически там, ну, бывает под заказ что-то, да, но все равно вот так вот сольют. Это как бы не мод сделан, а доработка какая-то, но все равно что-то там, что-то где-то переставить, переделать там, вот это, ого. А если еще работать в Максе, а в Максе я вообще не бум-бум пока что, да, никто меня не научил, сам я не могу научиться, что-то ни хрена не получается, да и времени не хватает, вот. Так что очень прекрасно понимаю, что мододелам очень обидно, что моды сливают. Как бы поддерживаю их полностью, что люди, конечно, говнюки. И что
что я думаю, что за моды все-таки мододелы должны получать за работу, за свои какие-то деньги. Поэтому люди их продают. Ну, естественно, не все моды имеют правильную цену, да? Должен быть какой-то потолок там, в принципе. Ну, опять же, на любителя, то есть, если у человека финансы позволяют, то, конечно, там можно и самолет, я думаю, сделать, чтобы он летал в этой игре, только платить бабло. То есть, вот так. Ну, опять же, все это зависит от мододелов и каким образом эти моды преподаются, там, подаются в игру, да. Там, если там через посредников, посредники еще, естественно, с мододелов берут деньги. Я считаю, это, конечно, неправильно, в принципе. Да? Хотя, может быть, так оно должно быть. Может, я такой наивный парень, там, вот так все это делаю. Так что, товарищи мододелы, если у вас есть желание выложить свой товар куда-то в группу, то я бесплатно делаю рекламу, видео на мод, обращайтесь. Единственное, что говорю сразу, что только мешками беру моды, через воркшоп я их не скачиваю, не подписываюсь на авторство и так далее. Беру мешкой обзорю, выкладываю ссылку конкретно на самого автора мододела. Да, и уже вы сами будете там разбираться по поводу приобретения, продажи данного мода. Как бы заслив с моей стороны, если даже моты мышками, можете не беспокоиться, у меня такого не происходит. 100% гарантия, что то, что вы мне дали, остается у меня. Вот. За это я, как говорится, отвечаю. Вот. КамАЗ, ребята, просто огонь. Вот реально. Какие-то там, я не знаю, там 400, там 500 рублей я бы сам за него отдал без всяких вопросов. И вам советую. Автомобиль достойный. Подвесочка, аддончики. Классный. Классный, спору нет. Вообще приятный. Как бы и глаз радует, и ехать хорошо, прикольно. Это, конечно, блин, не карта, можно кататься на любой практически карте на моде, да. Карту можно откатать несколько раз, да, а мод можно, пока какие-то изменения глобальные в игре не произойдут, если там ничего с кодом или там пропиской не поменяют, то вообще можно долго и упорно, как бы, вот эти моды, там, можете даже зайти на сайт, скачивать, там, по-моему, с 25-й версии, они все рабочие. 25-е, там 08-е, там вот это 03-е, все это рабочие моды, старые, можете их скачать, без всяких проблем, они все работают. Это уже на протяжении там, да, долгого времени, уже больше года, наверное, да, все это работает. Ну что, не знаю, поленим сейчас говнище, ну давайте поленим по краешку потихонечку, полный привод все-таки давайте засадим его все-таки. Врубим понижаечку. Опаньки. Кстати, заметьте, хопа. Ага. На холостых даже, ребята, все на нейтралочке. Жучок меняется. Чувачок у меня тут сидит, вот, кстати, курит. Воткнул ему сигарету. Прикольно, ребята, сделали, молодцы. Мне лично, вот, даже он, видите, ух, огонек у него горит. Мне очень нравится. Сами, конечно, заядлый курильщик, хочу все время бросить, но все что-то никак пока что, да, не получается. Ребята, молодежь, не курите, не начинайте. Гиблое дело, вредить здоровью. Потом пожалеете просто об этом. Так что даже совсем советую, не курите, не начинайте. Кто курит, все бросайте. Ведите здоровый образ жизни. Так, переключаемся, давайте все равно на автомат, поехали нахрен на автомате, полный привод, я думаю, все говно, такой коротышка, блин, а вообще,
Серега Молочага. Мод офигенный, просто офигенный. Ссылочка на тебя будет под видео на канале, еще раз повторюсь, и всем, что ссылочка будет, ребят, на автора мода под видео на канале. Также в группе в разделе товаров будет ссылка на автора. Смотрите внимательно. Многие пишут постоянно там мне. Мне писать не надо. Пишите автору. Автор будет заниматься продажей своего мода. Мод зачет. Офигеть, вообще супер. Ой-ой-ой. Вот эта яма, вот, на любом моде едешь постоянно. Тут какую-то шляпу отхватываешь. Надо, блин, как-то сделать, ребята, свой полигон путевый. Когда-нибудь, может быть, я все-таки сделаю даже. Пытался там что-то какую-то пробовать, редактор карт, ну что-то у меня, скажем так, нет большого желания туда лезть. Как-то что-то я по машинам больше пошел. Отлично проезжают все вот эти неровности за счет трехмостовки своей, полного привода на трех мостах. Еще смотрите, там все на 5 баллов. Естественно, на пирамиды Хеопса мы не полезем, да, да и нахер надо, вообще не знаю, для какого болта их построили, чтобы залезть и раздолбать машину там, я не знаю. Зачем эти вот лишние, блин, строить херни, я вообще не понимаю. Так, в принципе, полигончик неплохой. Полигон, ребята, от Витаргана. Вот. Значит, ссылочка тоже есть в группе, по-моему, там в разделе ссылок. Можете заходить, тоже качать. Возможно, где-то под видео на канале там есть видео про данный полигон, и про и ссылочка должна быть, посмотреть можно. Ничего, не знаю, нырять с прицепом. Ну давайте попробуем, давайте проверим. Блин, шипит он классно. Ну по лобовому стеклу отхватывает, короче. Я думаю, проехать должны, не заглохнуть. Ну да, все best of the best. Проехали, помигали, все отлично. КамАЗ, ребята, на пятерку. Прикольно, обалденный, полный привод. Есть еще такой же КамАЗик, по-моему, задний приводной. Я думаю, что на него тоже запишем обзорчик, да? Звуки вообще классные. Не-не, хороший мод, безусловно, хороший. Цена будет у него, в принципе, небольшая. Я думаю, там... В группе посмотрите, в разделе товаров, ребят, все это будет, или уже конкретно у автора узнаете. Вот. Так что все как-то так. Вот, ребят, такой у нас получился обзорчик на приватный модик. Сейчас давайте прям с этой же фурой мы выйдем, блин, на асфальт. Посмотрим еще скорость, но хотя лично меня так... Мне такой пофиг, вот реально, я не знаю, сколько даже он едет, потому что дороги-то в основном такие. Говнины у нас, да, тут скомтаялись. Грязь, говнище, вся фигня, болото. Давайте тут поедем. Да поехали, короче, да, сходу. Что это скорее не делать. А давай, чади, дружбан. 34, 35, 36, 37, 8, 9. Короче, я думаю, без этого прицепа, я думаю, под 40 спокойно вяль. Да и тут немножко полигон кривоватый, поэтому... Ну, короче, в районе 40, ребят. В районе 40, я думаю, он вяливает. Выглядит машинёшка, еще раз повторюсь, классненько просто.
камеру, ребята, показал я вам, как ставить, то есть все. Давайте прям на мосту где-то шлепнем его. Шлепнем КамАЗа, да? Так. Блин, а скринов-то, конечно, надо было понаделать. Ну ладно, бог с ним. Так, вот такой у нас будет скрин. Все, на этом, ребят, будем обзор заканчивать. КамАЗ 54-112, да, автор доктор Дизель у нас. Ссылочка, мод приватный, ребята, ссылочка на автора будет под видео на канале. Также в разделе товаров у меня в группе. Значит, там же будет ссылочка и на видео посмотреть на машинку, что на ней есть, что на ней нет. Вот, еще раз повторюсь, так, у меня в группе уже народу около 2000, на 2000 будет розыгрыш по группе, ребята, игры лицензионной, стимовской, значит, Battlefield Company 2. Это будет дариться игра через Steam, так что, кому интересно, ребята, репостите. Все в группе, делитесь видео на канале. Вот. И будем уже делать там по репостам, по всему этому. Обязательно быть подписанным на мои две группы, на карты, спинтайра с карты, да, и на группу основную, драйвер 51 рус, игровой канал. Также, ребята, обязательно быть подписанным нужно будет на канал на ютубе. Вот, как только будет 2000, на канале на ютубе будет разыграна игра лицензионная Spintires. Опять же, для тех, у кого ее нет, также будет дариться через Steam лицензия. Так что, ребят, мониторьте, делитесь видосами, делайте репосты, ставьте лайки. С вами был, как всегда, Драйвер51Рус. Долго мозги взрывать вам тут не буду. Мод от доктора Дизеля. Ребята, ссылочка на него будет под видео на канале. Также в группе, в разделе товаров. Все. Пишите Сереге, разговаривайте с автором по поводу приобретения данного автомобиля. Мод обалденный, вот, на мой взгляд, вообще из пяти жирная пятерка. Как бы. Поэтому все. Всем удачи, всем пока. Пока.